Да, сейчас в России среди верующих распространяется запись, она сделана на простой мобильный телефон. Это запись двух ангелов, которые пришли забрать праведную душу в небесные обители. Эта запись сделана простым мобильным телефоном в Сергиевом Посаде. Двумя знакомыми они приехали в Лавру и остановились, и вдруг увидели свечение, да? Подумали, наверное, что пожар, и начали снимать все происходящее. И оказалось вообще удивительная вещь, что на землю пришли два ангела, и причем так удивительно, что там даже видны темные точки, это бесы, да, которые отлетают. И причем тоже многие скептики смотрели, да, и рассматривали, говорили, что это птицы, но совершенно это не так, потому что с такой скоростью и такого объема большого, да, они размером больше даже окна, если сравнивать. Птица не может двигаться с такой скоростью. Потом вот эти знакомые ребята, которые сняли этот маленький короткий сюжет, пошли к батюшке, поделились с тем, что они, в общем-то, зафиксировали. И батюшка посоветовал не сходить на то место, да, откуда вот шло свечение, к тому дому. И они не поленились, пошли, и оказалось, что там умерла женщина, которая действительно была праведный образ жизни вела, то есть была православной, молилась. И она умерла. То есть, и вот таким образом пустил Господь увидеть, да, такое явление. Это удивительно.